палящее солнце и жара выше 30 градусов создают проблему не только пешеходам, от жары страдают и автомобили. Краска выгорает неравномерно, в салоне может потрескаться пластик, перегревается двигатель, могут отказать тормоза. Мойте автомобиль как можно чаще. Даже небольшие загрязнения могут привести к неравномерному выгоранию краски и появлению пятен. Место стоянки желательно находить в тени. Перед тем, как сесть в автомобиль, откройте двери и проветрите его. Температура в салоне закрытой машины может превышать 50 градусов, поэтому дождитесь, пока температура внутри авто не сравняется с уличной, а затем несколько сотен метров проедьте с открытыми окнами. Затем включите кондиционер. Возите достаточное количество воды, не сладкой и желательно не газированной. Внимательно следите за температурой охлаждающей жидкости. В жару радиатор может не справляться с охлаждением. Чтобы этого не произошло, проверьте уровень охлаждающей жидкости. Проверьте вентилятор охлаждения. Если он приводится в действие от ремня, проверьте натяжение. Если электрический, проверьте контакт. А сам радиатор следует очистить от всевозможных загрязнений. Старайтесь не выкручивать двигатель. Работа на предельных режимах в жаркую погоду быстро приведет к перегреву. В экстремальных случаях, и если нет возможности остановиться, для снижения температуры двигателя включайте печку, она заберет часть избыточного тепла в салон. Если автомобиль во время движения все-таки закипел, немедленно припаркуйтесь и дайте ему остыть. В жаркую погоду возможен перегрев фрикционных элементов тормозной системы, колодок, дисков, также закипание тормозной жидкости. Для того, чтобы этого не произошло, старайтесь пользоваться тормозами дозированно, используйте качественные детали и тормозную жидкость.